Добрый вечер, партнеры. Я хотела бы сейчас дать маленький отчет по конференции, которая прошла сегодня. Вот попали в дом буквально час назад. Но конференция, стартовая первая конференция промоушен, если хотите, нового нашего бизнеса. Именно нового. Почему? Потому что сегодня впервые наш исполнительный директор Мигель Гомеш вот на публике давал подробности конфигурации нашего бизнеса на новой платформе. Я не имею пока файлов, я не могу пока на конференции показать и рассказать в подробностях. Я думаю, понедельник, вторник мы получим уже эти файлы, кое-какие фотографии мы делали, особенно фотографии со второй части, где уже давали маркетинг. Но я считаю, что каждому из нас, из лидерской группы, необходимо знать подробности, которые мы сегодня услышали, увидели по поводу нашего бизнеса. Три основных кита, на которых стоит бизнес. Легальность, прежде всего, прозрачность в отчетности и устойчивость бизнеса, точный математический расчет. Нам сегодня просто доказали доходность, распределяемые входные деньги, доходность от бизнеса, формируемый наш доход по пассиву, который теперь называется дивиденды. Мы все с вами акционеры, мы не забываем об этом. И возможность ведения легального бизнеса в любой точке планеты, узнали некие подробности по мусульманскому миру, где что разрешается, где что запрещается, почему именно акционирование, почему, каким образом это все будет в дальнейшем формироваться и расширяться. Бизнес расширяться будет всегда. Отдельно нужна презентация по группе наших продуктов, скажем так. Первый продукт – это криптографические монеты. Их обоснованность, их легальность, их возможность конкурировать с другими физическими продуктами в этом мире. Почему социальная монета и почему обоснованно все это прописано в white paper. Не думаю, что кто-то из вас читал, хотя рекомендую, очень рекомендую почитать. Вся аргументация есть в этом документе. Почему защищался white paper столь серьезно? Почему необходим был протокольное заключение экономистов, очень большого количества экономистов, финансистов по поводу применимости каждой из этих монет? Ну, первую очередь нашей первой Eagle Social Gold Coin в реальном мире и какая ценность этой монеты уже на сегодня имеет место быть. Мы с вами получаем в руки инструмент, который, пожалуй, сформирует нам на года только растущие финансовые возможности от расширения нашего бизнеса. Очень интересный бэк-офис. Мигел сегодня открыл бэк-офис и сделал обзор бэк-офиса. Я не беру бинар, я не беру сети. Именно бэк-офис, инструменты, все то, что мы с вами хотим. Нам нужны инструменты для работы в сети, да, потому что создавать отдельно, либо покупать отдельно инструмент такой, как страница захвата, это напряжно. Так вот, здесь у нас подготовлен целый комплекс инструментов. Один из них страница захвата в том числе. Там есть рассылка имейла, там есть много чего. Того, что мы не видели подробности, да, это же быстрый обзор, в 2 часа не вложишь всю информацию. Очень интересная была информация по поводу подтвержденности физическими реалиями каждой монеты, потому что первый продукт – монеты. Далее подробно мы рассказали о дальнейших перспективах развития холдинга, о составных частях холдинга в виде e-commerce, а также бюро путешествий и других видов, скажем так, доходов, услуг, от которых мы будем получать доход, другие виды компаний, которые вливаются сегодня в холдинг, и эта работа продолжается. 13 – это не предел подразделений холдинга «Феникс», поэтому, скажем так, этот план, который мы получили сегодня, это 2019 год. 2019 год первый, и то, видимо, первые полгода. Почему? Потому что обоснованный просчет роста доходности по дивидендам от роста, и мы знаем, какого роста расширения бизнеса, поэтому даст нам возможность зарабатывать все больше и больше доходов по именно вложению, скажем так, в нашу акцию. Каждый из нас выбирает стоимость акции, то есть наш пакет, в зависимости от своих финансовых возможностей. Это 2019 год. Приблизительно на 3-5 лет план существует уже сегодня по расширению бизнеса, формированию доходной и расходной части, а также помимо именно структурных подразделений бизнеса, мы имеем финансовую, скажем, серьезно организованную часть именно платформы. Почему? Потому что очень важна не только возможность ввода денег,
Наиболее важная часть – это вывод денег для нас с вами, да, как партнеров. Поэтому сегодня подробный отчет о структуре кошелька, о возможностях сотрудничества нашего кошелька с фиатными деньгами через наш банк фиатный, который компания приобрела, о направлениях в дальнейшем расширения возможностей нашего кошелька, то есть открывается возможность взаимодействия с многими платежными системами. Это отдельно нужен вебинар, это отдельно нужна информация. Почему я говорю, что я не могу вам все пересказать, потому что прежде всего нужно файлы получить, рассказать о возможности и, естественно, провести ознакомительный вебинар для всех партнеров, чтобы понимали, что мы в руки получили бизнес. Я хочу сказать, сегодня впервые вот грамотно, математически Мигел обосновал и ответил на вопрос многих партнеров, зачем, мол, какому-то бизнесмену вот такой ВОЗ без колес, который является из себя структура от Eagle BitTrade. Все конкретно, как оказалось, прописано в white paper. Процент, который отдается на погашение задолженности по Eagle BitTrade в виде выдачи нам с вами пакетов по последней нашей регистрации либо апгрейду, какой пакет на закрытие каждый из партнеров имел, он сейчас этот пакет получает. И мы получаем возможность получать дивиденды в виде 5x до окончания именно вот 500% инвестиций от этого пакета, делать апгрейд и расти дальше. Нам их дают. На это выделена определенная сумма в коинах, от продажи которых нам формируется доходная наша часть. Но расчет по социализации через возможности движения по заключенным договорам по бизнесу, социализации коинов через нас с вами, через нашу сеть, открывает возможность реализации 15%, то есть 0,3% на погашение задолженности, 15% доходности от возможности перспектив использования коинов во всех направлениях, которые нам открываются. Наверное, математика положительная, и она ясна стала всем. Но для этого нужно прочитать white paper, который я сбрасывала, которые я видела, что не все переслали в свои чаты. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы не просто понимать и спрашивать, когда. Напоминаю, у нас компания ID Identification, которая никакого отношения к получению инвестиционных наших денег не имеет в связи с Eagle BitTrade. Это отдельная ситуация, это отдельная страница развития бизнеса. Они сами будут разбираться с создателем Eagle BitTrade, но сегодня подчеркнули, многократно подчеркнули лидеры в том числе, что заслуга, что мы с вами имеем в руках этот бизнес, что наши надежды действительно получают сегодня реализацию в колоссальных возможностях, наши мечты сбываются в том, чтобы построить бизнес серьезно на многие годы, заслуга в этом Сандры Рибейрал. То есть не сбежала, не исчезла, не опустила руки, не оправдывалась, а искала возможности, доказывала позитивность развития бизнеса, возможности позитивного развития бизнеса с нашей структурой. И не сразу, но смог оценить настойчивость Сандры именно Клаудио Энрике. Почему? Прежде всего личностные отношения, прежде всего уважение к Сандре как бизнесмену, как человеку, как к партнеру, совладельцу, который отвечает за все свои шаги, плохие, хорошие, позитивные, негативные, но отвечает, берет на себя ответственность и идет дальше, и находит возможности решения любой ситуации. Это очень важное качество бизнесмена. Именно поэтому у нас сегодня вот 3 человека, которые стоят во главе компании, каждый на своем месте, каждый отвечает за свой фронт вопросов, который необходимо решать в развитии холдинга. Почему? Потому что это старт. И старт весьма-весьма непростой. Я хочу подчеркнуть, что вся работа по изменению и совмещению счетов, изменению владельцев счетов и совмещению их в единый счет, вся работа по исправлению ошибок закончена. Об этом сказали еще вчера, но сегодня Мигел подчеркнул. Почему? Потому что любое изменение кодировки, любое, минимальное, даже одного человека, влечет за собой потом 14-часовой перерыв в адаптации системы. На сегодня нам показали, выставлен бинар, и на сегодняшний момент обработано было 11 тысяч с лишним счетов, 800 счетов, Лена подсказывает. Мы помним, что у нас 30 900 с лишним счетов, вот на сегодняшний момент. Вчера, опять же, всю ночь вчера, мы же, естественно, все, кто имеет возможность к программисту добраться, мы, естественно, все просили, программисту, на который работает с бинаром, естественно, просим исправлять все то, что шлют партнеры. Не наша вина, что спонсоры, пригласившие структуры, так поздно дали информацию.
информацию. И не моя это вина, и ни одного из мастеров и лидеров вот этой группы, которой я это говорю. К сожалению, вот промежуточные, очень же большая структура уже, промежуточные звенья, которые выпали, ну, их ответственность, почему люди не знают, потому что у меня есть такие просьбы дикие, которые мне просто странно, что человек пишет мне в личку, какие новые счета, о чем вы говорите, если бы кто-то хоть сказал до 31 числа, ну, вы мне извините, до 31 числа я практически каждый день об этом говорю, поэтому, к сожалению, это имеет место быть и далее будет проявляться. Я хочу сказать, что счета, которые дублеры, конечно, будут удалены, но счета не дублеры, даже не активированы, они остаются в системе. Просто людям своим хотя бы сейчас напомните и скажите, пусть зайдут, вернее, сейчас уже никто не зайдет, но пусть они вот в следующую неделю всю держат руку на пульсе, информация, которая будет выходить, начиная с понедельника, вторника, среды, нужно ей следовать и все это делать. Я не могу вам сейчас дать никакую информацию конкретную. Почему? Потому что нам сегодня вот объяснили все и сказали, что и сегодня, завтра до понедельника программисты только догружают бинар. Все части бэк-офиса готовы, мы их все видели. У нас шикарная линейка теперь есть, то есть открывается ваша первая линия в графическом изображении, открывается ваша структура в перечне, то есть не графическое изображение, а перечень, как обычно бывает, да, списочный перечень первой линии, которая открывает вторую, третью, четвертую и так далее. Ну, естественно, бинар. Очень информационно загруженный бэк-офис. Мне понравился. Поэтому я хочу сказать, что как только они закончат с бинаром, они обязуются закончить с бинаром максимум вот понедельник, вторник. В понедельник, я надеюсь, я получу файлы. Мы, видимо, во вторник приготовим презентацию, вот ту, которая прошла сегодня. Ко вторнику будет обработана запись трехчасовая португальская презентация. Я еще раз восстановлю всю информацию, ее очень много, кое-что я себе записывала, но поверьте, ответы на все вопросы есть. Я понимаю, что на презентации именно вот эти ответы, задокументированные ответы, которые показывал Мигел, все это в файлах, в слайдах сегодня было, они очень важны для каждого, чтобы понимать, что мы с вами находимся в нужном месте, в нужное время. Так случилось, что не было бы счастья, так несчастье помогло. Но так случилось, к сожалению, потерянные месяцы эти, они, ну, как сказать, многих разочаровали в нашей компании. Теперь только от каждого из нас, с вами от лидеров, зависит возможность доказательно, фактически развернуть людей и показать им, что они не обманулись в своих ожиданиях. Доказательно. Вот для этого нужно напитываться информацией. То, что делаем мы здесь. Сегодня была очень полезная конференция. Что касается монет, все в подробностях рассказали по каждой монете, чем каждая монета знаменита уже на сегодня и что она нам не несет. Наша первая, график составлен, наша первая монета готова. И как только мы получаем бэк-офис, ну, Мигел сказал, но он говорит, я уже боюсь сказать. В общем-то, у них в планах было в среду максимум наполнить монетами наши бэк-офисы. Говорит, я уже боюсь об этом говорить, потому что в очередной раз кто-нибудь выдергивает нашего программиста, кто-нибудь влезает опять, кто-то просит, слезно умоляет, потому что важные люди, нужные люди, всех жалко, все нужно. Он запретил. Вчера буквально программист уже сказал, что Мигел не подпускает никого к кабинету программиста. Поэтому я надеюсь, что больше никто его не будет дергать, и мы действительно получим кодировку бэк-офиса с бинаром, мы получим монеты в бэк-офисе к среде, и отсюда начинается отсчет, вот день, как сказал Мигел, максимум 2 дня, все 7 бирж, которые заявлены, потому что тесты прошли, вот как только появляются в бэк-офисе у нас монеты, максимум 2 дня, мы начинаем выводить их на биржу. Будут давать, попросили мы сегодня, дайте список, какая первая. Он говорит, я не могу, каждая биржа будет заявлять первая, какая, мы сразу подаем информацию в чаты. Говорит, заявляет какая-то биржа, все, мы готовы, мы пошли, вот только монеты вышли, первая какая-то, мы выдаем информацию, пожалуйста, это открыто. Возможно, Poloniex не будет первой, либо Bitfinex не будет первой, будет первая, но обе или какая-то другая. У обе, кстати, возможно, будет первой. Опять же, это никаких рекомендаций. Возможно, потому что ее тоже тестировали, пока сидели в Дубае, одну из первых. Поэтому это главное понимание ситуации, вот, которую мы сегодня вынесли, что готово все. Вопрос в соединении всех этих деталей,
подразделений платформы, которые позволят нам с вами взять, вывести монеты. И много-много раз напомнил Мигель о том, что мы не зависим на сегодня от волатильности биткоина. Это нужно усвоить раз и навсегда. Наша монета обеспечена золотом. Столько было дано фактов сегодня. Все это на конференциях я скажу. Это очень полезно, каждому из вас будет знать. Одно только скажу. Вот там я читала в чатах, у нас много скептиков, у нас много знающих людей, которые якобы что-то понимают в добыче золота, либо понимают геологоразведки. Так вот, заключение комиссии по представленным документам по геологоразведке содержится на 350 страницах. Нам сегодня показывали и месторождение. Мы все сегодня видео, все эти видели. Нам показывали 8 шурфов, нам показывали прогнозы, нам показывали вскрывающиеся шахты, какие открывают шахты. На сегодняшний момент нам рассказали, куда идут инвестиционные деньги, каким образом распределяются они по бизнесам, по всем. Какой самый доходный бизнес, какой процент минимальный по бизнесу, сколько, откуда берется, какие деньги. Поэтому, уверяю вас, как потом спросил Кристобал у структуры, да, вот всех сидящих в зале, говорят, если мне кто-нибудь докажет сейчас и здесь, что в мире существует нечто подобное, говорят, я сразу пойду работать с вами. Есть такое? Нет, конечно. Ничего подобного на сегодня в мире не предлагается. Но создать, как правильно говорит Мигель, такую компанию, было проделано столько работы, которая визуально невидима. Но она готова, эта работа, и готова к запуску платформы только потому, что они не уставая, решая вопросы по косякам, решая вопросы по долгам, они не уставая трудились над формированием вот этих подразделений холдинга, которые зарегистрированы и в Латинской Америке, и в Дубае, и в Европе, Лондон, где угодно, далее развивая платформу, где угодно может открываться следующее подразделение. Это мировой бизнес, который на сегодняшний день, ну, я скажу вам, не имеет аналогов. Итак, подробную информацию вот с файлами, они необходимы, вот на пальцах это все не расскажешь. Подробную информацию, как только я получу файлы, мы сразу проведем конференцию. В понедельник в офисе я буду, но обещали ко вторнику обработать сегодняшнюю конференцию и выдать файлы, поэтому я думаю, как раз можно будет это сделать. Почему ко вторнику? Потому что в воскресенье опять Мигель и Клаудио уезжают в Дубай. Они уже следующий вопрос готовят к разрешению по формированию следующего выхода ICO, следующей монеты. Поэтому у них программа расписана вперед на полгода. Поэтому вот столь жестко он запретил программистам делать какие-либо изменения, а уже очень серьезно подойти к тому, чтобы на этой неделе следующей мы с вами получили бэк-офис, наполненный монетами. При этом наполненный бэк-офис монетами дает старт биржам. Поэтому следующая неделя сделаем подробную конференцию, и уже показывая файлы, я смогу вот в текстовом варианте рассказать все то, что мы сегодня узнали. Я хочу всех партнеров поздравить с Рождеством Христовым. Завтра у нас канун, 6 число, все будут заняты со своими семьями. Я хочу сказать, что мы, конечно, торопились получить к нашему Рождеству полезную информацию. Но для нас она была сегодня супер полезной, супер положительной. И Лена просто видела, какое количество партнеров. Они уже все работают, все. Как, сегодня первый Кристобал, когда показали его бэк-офис, он единственный на сегодня, кто... Приняв решение и разобравшись во всех нюансах бизнеса, которые нам дают в руки, не останавливаясь ни на минуту, последние две недели работает. И у него уже стоит 32 личника новых. 32 личника со структурами, потому что показали количество баллов. Там уже несколько сот тысяч баллов, понимаете? Поэтому 735, вот у меня зрение подводило, Лена видела. 735 тысяч баллов, понимаете? Это говорит о том, что сейчас уже возможно работать, приглашать людей. Да, мы немножко притормаживаем, да, мы хотели бы, чтобы все запустилось, чтобы все работало, но нужно принять решение и понять, что мы в надежном месте. Вот сегодня это была окончательная точка, когда нюансы сложились, пазлы все сложились, стало понятно, что здесь действительно у нас перспективы шикарные. Всем нужны деньги, всем нужно срочно работать, выводить, но ничего не делается быстро, вот так, щелчком пальца, тем более вот с таким багажом, который был передан от нашей прошлой
прошлой кампании. Напомню, что Клаудио Энрике, Анджуш Барак Обама, не получил ни копейки от нашей структуры в виде инвестиций для его бизнеса. Да, у него стратегия, он бизнесмен. Как он говорит, я с 14 лет строю бизнес, он знал падение, он знал потерю бизнеса, он знал, как это восстанавливать, он знал, что нужно делать. Но ничего не бывает просто так. Он просчитал 5 дней, считал, математически рассчитывал маркетинг, чтобы дать ответ. Делаем, либо не делаем, всю его программу реализуем, либо не реализуем с нашей структурой. Потому что очень много структур в других компаниях, это понятно. Но здесь роль сыграла личностный фактор, конечно, Сандры. Далее. Необходимо сказать, что бизнес, который последние десятилетия Клаудио готовил, он без конца расширяется. Уже сегодня нам говорили о новых возможностях, которые, начиная с февраля прошлого года, были запатентованы Клаудио. И старт этим новым возможностям в новом подразделении бизнеса будет дан с конца января, начала февраля этого года. То есть он ни на минуту не останавливается. Это говорит о чем? Мы с вами получили президента, который позаботился о будущем очень большого количества людей. Не зря он заявил, что первый 1 000 000 партнеров – это мои акционеры. Я думаю, у нас будет гораздо больше. Ну вот он определил 1 000 000 партнеров, первые акционеры, с которыми он готов делить дивиденды по бизнесу, который он принес в наш холдинг. Поэтому еще раз с Рождеством, я считаю, что шикарная новость. Мы в ближайшие дни уже получаем в активном виде бэк-офис. На сегодня работает личные приглашения, линейка и неличные работы. Люди получают эти деньги, но мы стараемся дождаться конфигурации полностью бинара всех подразделений, чтобы видеть сразу результаты работы. При этом все то, что объяснили по обороту монеты, насколько это реально возможно, каков рост и какова цена монеты будет в ближайшей перспективе, я хочу сказать, что очень большое количество финансистов и экономистов подписывали протокольную часть. Почему именно экономистов и финансистов? Потому что необходимо было заключение именно физически компетентных людей в математических расчетах физических движений денег для того, чтобы понимать, где использовать монету. Почему? Потому что монета, равная 1 грамму золота, подтвержденному, еще раз говорю, заключением на 350 страницах, о многом говорит. Все документы, как Мигел сказал, не просите, показывать не буду, публиковать не буду. Пожалуйста, офис открыт регулярно, все, кто приезжают, все эти документы видят, все могут попросить любой документ, любой протокол по любому виду бизнеса. Он нам сегодня показывал много документов по многим направлениям. Все это можно приехать и в офисе смотреть. Аудит у нас 3-месячный и 6-месячная опубликованная отчетность по деятельности компании – это на сегодняшний момент обязательное условие существования холдинга. Обязательно, это прописано в уставных документах. Поэтому у нас следующая неделя очень важная. Конечно, буду давать все новости сразу, как только что-то зачем будет происходить, естественно, сразу информацию. Но готовим где-то, видимо, на вторник, готовим презентацию. В первой половине дня объясню, почему. Очень мощно начинают двигаться все лидеры европейские, и запланирована поездка в Мадрид. В среду конференция в Мадриде. Пока не знаю, какой отель, потому что Кристобал в понедельник скажет адрес и отель. Я тоже еду. В ночь во вторник я уеду в Мадрид. Почему? Туры. Сегодня уже объявлял Франциско, там уже Мадейра, там уже включен целый график. Вплоть до Перу, до Мексики уже график поездок они составили. Почему так? А потому что не нужно, здесь в нашем бизнесе спать не нужно совсем. Поверьте мне, я смотрела их списки на листах. Вот они расписывали свои структуры на листах бумаги. Практически охвачены все регионы Европы. Расписаны все лидеры всех регионов Европы. Да, Россию они не так плотно знают. Но ко мне подошел сегодня Луис и говорит, у меня 3 лидера из Петербурга. Ирина, можешь мне помочь? Я вам гарантирую, из каждой страны россияне найдутся. Поэтому мы можем ждать, сидеть, могут доверять, не доверять, негативить, продолжать партнеры, да, не доверять с нами, без нас. А я вынуждена буду помогать, я мастер русскоязычный, я вынуждена буду помогать всем нашим конкурентам. Это моя обязанность, сегодня это подтвердили. Я просто информирую вас, что, пожалуйста, не нужно забивать...
гвозди по косякам, вот те, которые разрешатся в любом варианте в ближайшее время. Давайте думать перспективно и давайте уже сегодня понимать, что это тот бизнес, когда, пригласив серьезных партнеров сейчас на старте, вы себе сформировали доходную часть на годы вперед. Это нужно понять. Для этого нужна информация. Поэтому я обещаю, что максимально быстро, как только получу файлы, мы поговорим с вами о деталях нашего бизнеса, о направлениях, о возможностях и, самое главное, о математической обоснованности нашего маркетинга. Спасибо вам еще раз, всех с Рождеством Христовым, провести праздник в семьях. И на сегодняшний момент уже не просто надежда, которая, возможно, будет реализована, и мечта, которая несбыточная, маячит вдалеке, а на сегодня возможность, которая у вас в руках, о ней можно говорить серьезно со своей семьей и сказать, что осталось совсем немного. И это уже реальность.